Қымбат көрермен, орталық коммуникациялар қызметімен байланыс орнаған сияқты, тағы да қосылып көрейік. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Елдегі су тасқыны бойынша ағымдағы жағдайдың туралы ақпаратты жедел беру мақсатында біздің алаңнан брифингтер тізбегін ары қарай жалғастырамыз. Сонымен қазір бізбен тікелей байланыста Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігінің ресми өкілі Динара Нұрғалиева. Динара, қайырлы күн, сөз кезек өзіңізде. Здравствуйте, коллеги. Краткая информация о сложившейся паводковой ситуации на текущий момент. Хочу с вами поделиться. В нашей стране в 10 регионах акиматами объявлены 30 ЧС местного масштаба. Это Актюбинская, Кустанайская, Западно-Казахстанская, Абайская, Улутауская, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. С момента паводков по стране спасено и эвакуировано более 72 тысяч человек. Из них 17 тысяч, более 17 тысяч – это несовершеннолетние дети. В пунктах временного размещения сейчас находится 14 466 человек, из них 7269 детей. Хочу отметить, что по стране спасение и эвакуация людей осуществляется также при помощи воздушных бортов. Таким образом, было эвакуировано с момента паводков более 2000 человек, точнее 2607 человек, из них 760 детей.